1986. Год, когда мир обернулся пожаром. Атомное пламя войны, выпущенное лидерами Востока и Запада, как джин из бутылки, в считанные минуты обошло весь земной шар и обглодало его до костей. Не пощадив ни виноватых, ни правых, не назвав ни одного победителя, стерев сами причины конфликта в ядерном огне, который отбросил немногочисленных переживших бомбежку обратно в Средневековье. Во тьму, поглотившую технологии, культуру, мораль. год. Прошло 19 лет со дня Великой Чистки. Обе некогда великие империи и их союзники теперь лежат в руинах. Однако на этих руинах поднимают голову новые цивилизации. Из проржавевших, радиоактивных обломков старых держав строятся диковатые эрзац-государства, вынужденные каждый день вступать в жестокую, отчаянную битву за право существовать в этом новом, изуродованном апокалипсисом мире.